Полтора миллиарда тенге заплатит металлургический комбинат «Темиртау» за загрязнение окружающей среды. Речь идет об аварийном выбросе 19 февраля. Яркий розовый дым над конвертером содержал вредные вещества, в разы превышающие допустимые нормы. Экстренная проверка выявила нарушение правил эксплуатации системы управления и очистки газов из-за неудовлетворительного состояния оборудования. За это наложили штраф в 1 миллиард тенге. Еще в 500 миллионов оценили ущерб, нанесенный окружающей среде. Сейчас у них есть еще срок добровольной оплаты, сумму ущерба и сумму штрафа, месячный срок. После этого, если наши санкции останутся без рассмотрения, департамент экологии оставляет за собой право обратиться в суд на принудительное взыскание. В ходе проверки предприятием также добровольно были устранены ряд нарушений, которые привели к аварии. В частности, один из конвертеров, на котором произошла авария, предприятием приостановлен добровольно на капитальный ремонт. И по результатам которого также будут проведены проверки.